Всем привет, ребята! Это видео меня попросили сделать в коллаборации с другими девчонками. А Елена меня попросила, мне передала эстафету. Елена, знаете, мне кажется, на мне эта эстафета и кончится, потому что я ровным счетом никого не знаю. Я просто оставлю линк на это все дело в своем инфобоксе. Если кто-то захочет делать подобное видео, то, конечно же, можно. Итак, чаепитие со мной. В общем, чаепитие мне не получилось. У меня кофепитие. Пью я вот такие штуки. Это лавацца, крема и густо. Это мой самый любимый кофе именно в такой форме. Я еще люблю или у нас просто сейчас машинка, которая сделана под именно лавацевские вот такие штуки, поэтому мы покупаем лавацца. Вот так вот упаковка это выглядит. Я просто взяла упаковку большую, чтобы вам показать. В общем, это вот такие вот брикеты, которые вы засовываете в машинку, и через 30 секунд у вас отличный кофе. Вот, посмотрите на чашку. Это коллекционная чашка или тоже, мне она очень-очень нравится. Кофе у меня обычно по утрам какой-нибудь печенька или два, в данном случае это у меня Орео. И так как у нас была Пасха, вот совершенно недавно, у нас еще есть яйца, шоколадные яйца новые. Вот, то есть, например, печенье и яйцо. Но так как была Пасха, у нас еще вот такая штука есть, это коломба, это традиционная хрень, которую нужно есть, она здесь с сухофруктами. В общем, не знаю, я думаю, что съесть коломбо или вот эти печенюшки. Так, иногда, ой, очень-очень редко, крайне редко, я пью на завтрак чай. Когда я пью чай, на завтрак я практически никогда, из 100 раз один раз, то у меня вот такой есть Кузьмичев. Он рассыпной чай вот этот вот, или же вот этот вот в муслиновых пакетиках. Очень мне нравится этот чай, очень-очень вкусный. И в завершении, собственно, о чем же речь, да, о парфюмах. Утром, как таково, мне не хочется особо чем-то душиться, но после душа я всегда использую вот такие вещи. Это просто спрей для тела. У меня в данном случае от Sephora спрей. Очень-очень классный, свежий, цитрусовый. Если мне нужно утром же куда-то идти, то тогда я выбираю под стать таким вещам и парфюмы тоже. В данном случае это Prada. Инфузия апельсиновых цветочков. Но иногда так получается, что люблю что-то такое покрепче, то тогда вот такой вот Black Opium. Вот Yves Saint Laurent. Очень его люблю. Как видите, я ничего не пеку. Я умею печь лишь один пирог. Это штрудель с яблоками. Но мне его так лень всегда делать. Я его делала, может быть, раз 8-10. У меня это хорошо получается, но просто лень. Вообще, кухня это не то, что мне нравится. Я хорошо готовлю, вкусно, но через силу. Я надеюсь, что кофепитие со мной понравилось. Если вы хотите сделать подобного рода видео, пожалуйста, делайте. Я оставлю вам ссылочку на тех, кто это все дело начал. Всем девчонкам, которые все это дело начали, всем огромный привет. И всем приятного кофе или чая, или там, что вы там кушаете, или что вы там делаете. Приятного дня. Всем пока.